gato mueve, mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve, claro que sí que mueve, es un mandato, mueve. Итак, всем приветствуем. И сегодня у нас, как вы видите, на канале что-то новенькое. И на своих экранах вы видите клавиатуру Genius Imperator. Ну вот, почти как мой ник. Вот, довольно охренительная клава. Все в ней было шикарно, абсолютно все, претензий вообще никаких. Но, к сожалению, ей пришел кирдык нахрен. То есть пробел начал жестко зависать. Все, он мне не отбрасывает. Я уже и чистил там ее, короче, там все блестит просто четко спиртом. Вот, правильно поставил пробел. Вот, то есть, короче, все в ажуре. Но, к сожалению, она уже не откидывает. Там слегка поломались пластмасски одни. И, в общем, короче, рабочая полностью клава, кроме пробела. Вот, и, к сожалению, этот пробелчик такой уже, наверное, нигде не найдешь, так как он фирменный. Вот. И, тем не менее, пришло на смену. Что же пришло императору на смену? А на смену, парни, пришла вот такая клава. Ну, если честно, я очень долго выбирал. Просто долго. То есть клавиатура Киберсюрин называется. Как бы название такое для, прямо для киберспортсменов. Вот. Но тем не менее, бля, коробок, сука, здоровый вообще жестко. Вот. Так что вот такой упаковки. В основном всякая тут хрень, он разрисована, ну, как всегда, для красоты. Вот. Ну и что же, в принципе, рассмотрим теперь саму клавиатуру. А вот и она. Вот две игровых клавиатуры. Ну, скажем, после Сюрина идет уже, короче, в основном только Razer'ы, Logitech там дорогие, да, которые игровые. То есть уже, в принципе, за те деньги нечего было брать. 2700 стоит клавиатура сейчас на данный момент, так как курс доллара прыгает туда-сюда жестко. Тем не менее, короче, еще мне 100 рублей скинули за то, что я сказал, что играю в World of Tanks. Вот, главная фишка. Теперь сейчас хочу показать вам одну из сайтов, конечно, может быть, плохо вам видно, но тем не менее надпись World of Tanks вы видите и War Thunder. Здесь при покупке этой клавиатуры должны были давать 1000 голды. Вон даже золото. Вот видно, короче, что 1000 там голды. Золотко. И суки, ни хрена, короче. Хотя на сайте здесь указано вообще 2990 на рублей стоит. Ну да пофигу. А вот 1000 голды, конечно, я ни хрена не получил. Мне сказали в магазине, что типа, вот, к сожалению, это уже World of Tanks отменил эту акцию. Вот так вот, суки, короче, сделал такой западло. Ну да, в общем, переходим дальше. В общем, покрытие Soft Touch. Вот именно здесь Soft Touch вообще не скользит. То есть, ну, в курсе, что такое Soft Touch. Вся вот эта грань, вот, по кругу полностью Soft Touch. Клавиши. Что касается клавиш самих, то они как бы тоже Soft Touch, но немного, блин, я бы сказал, слегка так бы, как бы липкие. То есть, ну, поначалу непривычно. Вот, ну, более-менее все равно. Отлично, тоже Soft Touch, не так, как Genius Imperator. То есть здесь более все скользит. Скользит очень более жестко. Но есть свои, конечно, плюсы и минусы. Как вы видите, здесь ровно полностью все, все кнопочки ровненькие. А здесь, мать твою, к сожалению, неровные. Походу, это сейчас так модно делать. То есть вы видите, вот, как бы полукругом вдавлено, вот, кнопки. И кнопки по высоте, ход клавиш 2 мм, вот. И, конечно же, есть свои плюсы и минусы. То есть, если взять здесь программируемые кнопки G1, G2, вот, до G6, они более низкие, незаметные. То здесь же, короче,
просто, я бы сказал, даже иногда мешают. То есть, когда вы играете в что-то и нажимаете даже Ctrl, к примеру, вот, то вы всегда как бы касаетесь G5, вот, думаете, что это Ctrl, так как конечная вроде бы кнопка, на самом деле, непривычно. Ну, что считается, типа, игровая клавиатура, что считается игровой клавиатурой? Просто там какие-то навороты, какая-то подсветка, какая-то, блин, программируемые кнопки и все. А самое главное в игровой клавиатуре — это качество сборки, вот, и чтобы она охренительно работала. Но, тем не менее, производители говорят, что до 15 миллионов нажатий выдерживает, вот, каждая клавиша, скажем так. То есть, новая мембрана, и расскажу, в чем прикол. Вчера, играя в танки, да, вот, клавиша Shift слегка, она не щелкает даже, ее даже не слышно, вот. И смотрите, как следующую. То есть, чувствуется по звуку, то есть, мембраны как бы усиленные, вот, и... скорее всего, мне кажется, просто какие-то более жесткие мембраны, которые будут дольше выдерживать при нажатии. Вот и все, вот выход с этого положения сделали, чтобы больше клавиатура проработала. Вот. Что касается клавиш, как я уже говорил, здесь они уже и выше. Вот. А здесь намного, как вы видите, шире и ровнее. То есть привыкать вообще по виду две разные клавиатуры, привыкать надо будет, конечно, более-менее. То есть, ну, лично, когда я начал играть, здесь углубление под пальцы, то есть на клавишах под пальцы, очень удобно. Вот все привычно, абсолютно нету претензий к клавиатуре. Есть по мне непривычно это клавиши G1 до G5. Вот, плюс вот эта клавиша, которая Escape, то есть хочется иногда автоматом дотянуться до Escape, а нажимаешь вот эту клавишу, то есть это подсветка вот самого значка, который похож на, мать его, короче, как его, из Хищника, вот, треугольник Хищника, мать его, вот, видите, о, треугольник Хищника, так нормально. Вот, вот он меняет. Но, как вы видите, еще также присутствует подсветка. То есть три цвета подсветки существуют здесь в этой модели. То есть это синяя, красная и фиолетовая. Вот. Но к чему перейдем к настройкам. Нет, также еще хотел уточнить, что с недостатков, да, это пробел. То есть сейчас объясню, в чем прикол. Как вы видите, здесь заподлицо, к примеру, со столом клавиатура. Вот, то есть все классно. И пробел более-менее, вот, пускай вот, вот так он должен. То есть опущенный вниз по скату ладони. То есть очень удобно. Здесь же, смотрите, форма чуть выше. Вот, даже видно зазор. Зазор видно. И пока слегка не будет привычно, как здесь вот. Вот видно, что она выше. И пробел находится выше, чем остальные кнопки. То есть, как бы остальные вогнуты, а пробел чуть-чуть выше получается. Ну, как бы он вывернут прям в сторону кнопок F1. Вот туда. Вот, если, конечно, так посмотреть. Может быть, вам видно, конечно. Вот, то есть видно, какая траектория, точнее, как лежат кнопки, вот, под наклоном вот таким вот. Ну, как бы, привыкнуть можно. Единственное, что неудобно, когда быстро переключаешь на что-то там и клацаешь, конечно. Надо пальцем еще привыкнуть, нащупать. Просто потому, что здесь кнопки, видите, вот, они все вместе. Зазор между ними практически минимальный. Минимальный. Здесь зазор же, конечно, есть. Подсветка. Ну, подсветка, честно я вам скажу, подсветка у Светки нахер. Короче, сама декоративная подсветка. Вот. Вот эта декоративная подсветка, конечно же, прикольная. Дизайн охренительный. Обода. То есть, все классно. Все насчет этого. Ну, насчет клавиш. Можно было бы ярче, конечно же. Вот. Ну, тем не менее... Какая есть, такая есть. Тем более я часто делал обзоры по клавам, видел, что такие подсветки есть. Именно не сильно прям такого качества, как-то непонятно. То есть, вот если рассмотреть, кнопка
Ну, не на полную катушку видно все буквы. Не, ночью с головой, я думаю, для усиления сильнее и не нужна, мне кажется. Просто если бы было все четкие буквы видно, и английские, и русские, было бы тогда охренительно просто. А так как не все кнопки там видно, то есть до конца. Ну как, ночью хватает с головой, конечно же. Вот, но тем не менее, хотелось бы лучшего. И, конечно же, блин, прикол с этим, кнопка FN, вот, добавилась на клавиатуре. То есть, когда я нажимаю, что все похеру, короче. Но при нажатии FN и клавиши 2, вот здесь вниз, эта подсветка типа тухнет. Вот, опа, вот. Оп, все, она пропала. Чтобы ее включить, то есть FN держим и восьмерочку жмем. Оп, оп. И можно сделать, чтобы она еще и моргала. То есть как новогодняя елка. Туда-сюда. Потом опять FN двоечку. Также существует переключение цветов. Сейчас я вам покажу. Это клавиша FN нажимаем мы. И, естественно, F1. Опа, вот вам красный цвет. Сейчас я выключу более-менее. Думаю, так будет. Ну вот, как бы. Ну, сейчас я говорю не сильно, потому что уже утро, не сильно так уж и видно. Но потом FN, F2 нажимаем. Вот, синее. Ну, я думаю, сильнее, конечно. Ну, можно было, чтобы четче, сильнее навряд ли, потому что будет сильно в глаза резать и будет вас раздражать, нафиг оно надо. Вот. И F3. Вот такой, короче, цветок фиолетовый. Какой-то, короче, непонятный он. Ну, мне не очень нравится. Короче, шило какое-то нахер. Вот. Тем не менее. Опа. И все. Также заведено разработчиками этой клавиатуры суперской, что здесь находится, в общем, короче, на нее можно воду пролить и будет все пофигу ей. То есть, как бы, сейчас я вам попробую показать. Здесь находятся просто такие моменты. Вот с этой стороны клавиатуры вот светится просто насквозь эти дырочки, как отливы. Просто отливот. Вот светится, вот светится. Вот. Вот, вот эти места, это как отливы для воды. Если вы прольете, ничего страшного с ней не будет. То есть, пофигу, короче. Вот. Также, короче, здесь, с другой стороны, все стандарт. Защелочки. Вот. И, конечно же, резинки. То есть, охренительные резинки. И по толщине довольно, увидите, вот ничего. Такие не маленькие. В общем, для устойчивости клавиатуры. Так что, что могу сказать? Качество сборки, да. Ну, я бы не сказал, что прям охренительное качество сборки. Ну, так как вы просто, ну, нагрузка не сильно такой нет на клавиатуры, да. Сам низ более жесткий пластик. Верх вот это, soft touch, он как бы вставлен просто так сверху на другую. Если ее так гнуть в разные стороны, пробовать, то он слегка будет трещать, короче. Вот. Ну, если взять за две стороны клавиатуры, я думаю, понимаете, и делать типа в сторону пропеллером, как бы, слегка так поднажав, то чувствуется такая хрень. Ну, на это не обращаем внимания, пока мне главное, чтобы все работало, полноразмерный Enter, что меня радует, что нахер нету такой херни, как вот здесь Enter, да, маленький, попробую найти где-то там клавиши выход в интернет, мультимедиа, отключение звука, в общем, это все работает, все отлично, обычная простая программа, программку показывать не буду, там и сами разберетесь, там ничего страшного нету с ней. Вот, так что, блин, довольно хорошая клавиатура с нормальными мембранами до 15 миллионов нажатий. Водонепроницаемая почти что, софт-тач покрытие. Вот, кабель тоже хороший. Конечно, блин, на Genius Imperator он на дохрена, смотрите, блядь, кусок проволоки. Трос нахер, тачку можно тащить, блядь. Нихер делать. Ну, здесь, конечно, поменьше, смотрите. Вот. Здесь
намного тоньше, но я бы даже сказал, что это плюс. Все равно они не рвутся, эти провода, нахер там эту фигню там придумывать, зато удобно, не путается, удобный кабель, короче. USB-шный кабель, все отлично. Что тут у нас еще написано, вот видите, технология антихост, также LED-подсветка, это уже ясно. Отключение клавиши Windows, регулировка уровень подсветки, все это есть. А что тут еще у нас суперское? Ну, горячие мультимедиа клавиши, это понятно. Вот, декоративная подсветка, покрытие софт-тач, ну вся фигня. А вот что написано, вот смотрите. 15 миллионов нажатий, то, о чем я вам говорил. Ход клавиш 2 мм. А, вот, клавиша WinLock, отключение Windows есть. Длина кабеля 1,8 метра. Ну, в общем, единственное, чего я не заметил, это, короче, как его мать его, не заметил именно в клавиатуре, чего не хватает, конечно же, что уже сказал насчет голды, это очень плохо. Плохо. С этим, с коробочком шел, что еще шло там? Запечатано. Ну, короче, там диск шел с драйверами. Вот, наклеечки шли. Сейчас я вам все, конечно же, расскажу, покажу. Так, вот. Вот такая фигня. Открываешь тут. Вот такие вот наклейки. Так, гарантию мне дали на нее год. Целый год. Так что, я думаю, будем смотреть, что с нее получится. Ну, в общем, клавиатура довольно неплохая. Пока таких прям сверхъестественных претензий нету. Книжечки, короче, с разной продукцией, клавиатурой, мышкой тут, короче, вот. Вот такая фигня. Так что, в принципе, вот так вот, ребята. Пока клавиатура довольно неплохая. Привыкнуть надо к большим высоким кнопочкам. Ну, я думаю, это ничего страшного. Те, кто пользуется там Logitech или еще что-то, вообще не привыкать не нужно. Вот, ну, с минусов, да. Иногда хочется просто вот эту линию просто так нахрен отпилять болгаркой и все. Потому что она мешает. Как бы путаешься там, Ctrl, G5, блин, хочешь нажать. Вот эта кнопка, блин, думаешь, Escape, а это хренушки Escape вот здесь. То есть пока вот этот. Ну, все-таки мы люди, к всему мы привыкаем. Вот. Так что, ну так вот. Ну, были бы, конечно, пожелания некоторые, чтобы сделали вот эту часть впритык, как на Genius Imperator. Вот. А не она выше торчала. То есть, вот так вот. Так что, ребятушки, с вами был Император Prime. Вот, о клаве все рассказал, потому что я сам смотрел, сколько обзоров, блин, одни дебилы просто не могут ни хрена рассказать, объяснить людям, что к чему и почему, какие недостатки, какие плюсы есть, и все. Так что вот так вот. В общем, довольно приятная клавиатура, пока могу сказать, что все нормоль, алис нормалис, так что с вами был Император, еще раз Prime, всем пока, вот, так что будем нагибать, World of Tanks просто нагибать. Всем удачи, всем.